Привет, всем привет из Китая. Сейчас я нахожусь в Китае, рядом с китайским супермаркетом. Что здесь я приобрел? Собственно, я здесь приобрел бич-пакеты вот такие. Разных видов, разных вкусов. Все они здесь. Это лапша и также здесь бич-пакет рис. Обзоры бич-пакетов и лапши и риса я уже делал. И почему, собственно, я их сейчас показываю? Потому что в январе я планирую поездку в Россию. И, собственно, все эти бич-пакеты я смогу захватить. Что касается стоимости, многие спрашивали, где можно приобрести, как можно купить. Стоимость штуки одного бич-пакета 1000 рублей. Они будут в России в начале января, поэтому, если вам интересно, если вы хотите приобрести один из них, пожалуйста, напишите в комментарии, напишите мне в Instagram, на почту, я всегда оперативно вам отвечу. И, собственно, вы получите эти бич-пакеты в следующем году, в начале года. Ну что ж, друзья, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, заказывайте бич-пакеты из Китая. До скорых встреч в Азии. Всем пока.